Александр, что ящик с патронами рядом со мной, пожалуйста. Ох, там миско пролетело. Ты там гранатами кидаешь? Да-да-да. А, за забором от тебя слева противник ползает дальше дерева чуть-чуть. Если там пройти можешь. Он стреляет сейчас. Слышу, где-то стреляет. Да, я вижу. Убил. Дайте что-то оптик. Так он как раз говорил, что надо на снайпера играть. А, 300 азимут справа от дерева. Вот. Убил. Не, это я был. Там еще правее него ползает. Буквально 5 метров. Ай, черт, не мог попасть. Уходи, уходи. Блин, откуда-то прям справа, совсем справа. Даю, да. Вот прямо есть и справа есть. Там один уполз за эти кусты, где вот дерево ты убил. За этим деревом кусок. Он вышел, вышел. Ранил меня. Гранаты полетели. Сейчас еще одна будет, наверное. Потом можно идти. Ага, да. Пойдем. Тут я убрал одного. Еще одного. Да, где он был? В упоре? Вижу. В соседнем окопе. Да-да-да, видел. Привет. У них танк взорвали, отлично. Зараза. Ой, там еще целая армия. На 310 от меня. Очень много. Сейчас бы сюда автомат, конечно. Нет, вы. Обороняет нашу точку. Да, гранату туда кинул. Давай. Конечно, получится. Ну там слева стреляют. Двое тут слева у меня. Прям 50 метров от меня на 10. Сейчас там снова. А, блин, я думал, пистолет есть. Пистолет. А наверху склад бежит, ставлю метку. Вот здесь. Понял. В мою сторону, да? Да, справа меня убили. Давай трупы бить. Черт. Да, вижу склад этот. Черт, ну можно юбиков будет, глянуть. Привет, печенька. Там дальше еще есть. Убил? Ага, еще один там. Убил. Нет, не убил, ранил. Ранил только. Там них респ, слышишь, инкод? Понял, идем. 260, проверь. Надо сейчас тихонечко их там. Пристрелил еще. Хорошо, я с твоей стороны тогда иду. Сейчас чуть левее забираю.
Там еще двое должно остаться было живых. Да, они чуть правее уходили, видел. А где спаунсом? А, вижу, да. Ломай его. Нет, не вижу, стоп. Здесь был. Правее вроде немножко. Прямо вот тут, вот он. У меня тут. Тебя? Сломал, да, сломал. А, ну что они могут. Да. А, по поводу армы выселили. Сегодня, говорю, на стриме не будет. Когда будет видео, не знаю, но будет. На стриме армы не будет. Поставили свою респ у меня. Блин. Ой, много. Понял вас, блин. Война двух этих. Зомби-арма 4. Ну, понятно. Снял респ и умер. Хорошо. Ну, снова 9 секунд, то опять 9 секунд, снова 9 секунд. Убил противника. Все, появился. Перед нами один. Ага. А, сверху пробежал на 15 одиннадцати. Сзади справа. У них респ тут. Убил его. Сейчас снял респом. Сейчас немец был какой-то в белой форме, это кто такой? Говорят, что белый. Белый, в белой фуфайке был. Может, какой-то командир. Да я не плюс минус все одинаковые. Командира какого-то убил на 240. Трое немцев. Ага. У них там рез вроде как. 50 пулеметчик. Да, там у них респа стоит. На 230 стоит респ, метров 50 от нас. Хорошо. Надо снять респ, там они снова уже отреспались, закидывают гранаты. 230. Близко вот здесь вот. Там дров много. Такие здоровые дрова валяются, доски. Помог. Блин, с тыла уже подошел. Бил? Нет, меня убили. Там еще идут туда. Черт. Сейчас мы взорвем еще центральную, потому что там никого нет. Не понял. Ага, понял. Нет, Джондо, в тылу захватывать нельзя, последовательно. Только последовательно. Дают гранаты. За прожектор, дай там чуть левее. Вижу. В развалинах, тут много их в развалинах. Убил двоих. Еще к нам бегут. На 60 отделение. На 60 азимут отделение противника. Блин, дерево не простреливается. Осталась парочка. Там еще на моей метке летит. Так, ниже.
Снизу противник медик. Снизу подо мной противник. Все еще противники есть, на землю 10. Да-да, их много тут. Я только винтовку успеваю перезаряжать. Ой. Я убил медика, который меня поднял. Медик, сорян. Где он? Перед тобой что там? Вижу, вижу, одного убил. Так, меня в упор убивают. Убили. Его тоже убили. Да, что-то слышу. Так, наши захватили эту точку, хорошо. Все, что будешь делать, прям непредсказуемое. Хотят исключить там командира. Странно, вроде он норм. Бежит на 40. На... Видел, видел. Убил. А, в упор с пистолетом. У тебя сзади, да? Убил. Так, это по мне какая-то херня стреляла. Кетчуп вам в кармане пробился. По левому окопу подходит. Да, меня убило. Там минимум двое. Блин, не ходи, не ходи туда. Гранату кидаю. Кинул гранату. Одного да, убили, да. Там еще один. Нашел. Понятен, для них. Я прочистил окоп. Теперь нам с правых окопов тоже подходит. Понял. Правый двоих убил. Справа по дороге еще бегают. Будешь получать очки атаки, обороняйся, будешь получать очки обороны. Да, обороняешь точку, значит получаешь очки. Это просто очки, они не дают. Нам нужна помощь со вражескими танками, которые едут атаковать и так. А, они даже пустые орудия снесли. Сломал тут у них респ. Восточный, который. В общем, имейте в виду, один вражеский танк сейчас в бой находится. Он, скорее всего, будет обходить все это дело. Ой, FPS, вернись. Сейчас сломал еще один пост. У нас рядом со спауном противник осторожный, западнее, да? Северо западнее. Строить кораблик. Кораблик. Что случилось? Да нет. Что случилось? Ничего необычного.